на крышу! Сейчас я стрелу опущу! Я здесь! Поднимайся! Ну ты суров, братка! Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хуч-мутанты, я дело знаю. Если деревенских поймают, то тем сразу карачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово! Меня Крестом звать. А ты с того провозу, значит? А местные с вами, небось, разговаривать не стали, а? Сразу палить начали? Ну так ясен хрен и дрить их за ногу. Я тут долго уже парюсь. Знаю, чё да как. У них секта тут, а. Верят, а, мол, техника старый мир сгубила. Ну и, значит, а, за техническую грамотность, сам понимаешь, ни разу не привечают. Ну а меня так и вовсе в клетку законопатить хотели, покуда демона ихнего электрического сам убивать не побегу. За сатанизм, вот. А какой я сатанист-то? Всю жизнь технику подчиняю, да торговлишко еще промышляю. А теперь на восток вот намылился. Нехрен в этой части страны ловить. Наездился. Все города выжжены, а вокруг одни бандиты да нечисти. А там-то за Волгой места немерено. Так получше должно быть. А, ну так и вот, пилил себе мирно, полная дрезина добра. Думал, торгану по дороге. Черта с два, еле ноги унес. Но, как вы тут нарисовались, появилась у меня мысля. Самому бы ни по чем не справиться. Ну а раз вам тоже на восток, то в такой-то компании... Я вашу колымагу, между прочим, бинокль видал. Неясно, как она еще не издохла. Кстати, бери бинокль, сейчас все тут покажу.
Вон, видишь, мост? Вот эта секция вверху должна опускаться. Аварийный механизм на месте, но вот работает он, нет. Это Катя с церкви знать должна. Я-то на мосту не был. Вон там направо ангар здоровенный. Это терминал. У придурков с моста там типа святое место. Все стены размалевали. Царь рыба у них там обитает. Как есть идиоты. Еще правее. Где вагонов куча? Это депо бывшее. Там сейчас бандюки обосновались. Ну вообще место богатое. Да и вокруг ничего так. Охота и вообще. Я кругом себе лёжки оборудовал в удобных местах. Так что переночевать, отремонтироваться, патронов набить теперь много где можно. Так что ищи, пригодится. Хотя, конечно, можно и просто у костра ночь пересидеть, хоть согреешься. Пойдем, покажу мое логово. Тут все логово мое. Вот так и живу. Не дворец, но безопасно. Тут вот сплю. Если устал, мой дом, твой дом. Верстак вот сделал, ковыряюсь потихоньку. Если патроны нужны или гранаты, пользуйся, материалы вот лежат. Вообще, все, что видишь полезного, забирай. Мне все равно с собой тащить не с руки. Давай, не стесняйся, пробуй. В общем, братка, у меня этот чемодан не только что для виду. Мозгов там девать некуда. А руки, видишь, золотые. Не пожалеете, что взяли. Рванем, братка, на восток. Я вот тут про деревенских махрой разлицу успел. Ну, пока они мне не турнули еще. Фонарик мой им, козлам, не понравился. С тех пор они меня ни в деревню, ни к мосту и не пускают. Но ты вообще их, если встретишь, лишний раз в драку не лезь. Они темные, ну как пивные бутылки. Небось, махину вашу, как уедали, сразу полные штаны. Ну а то судный день. Прибыл точно по расписанию. Так что тебе их, думаю, бояться нечего. А вот зверья, это другое дело. Взять хоть уродов, эти. По одному они, тьфу, соплёй перешибить. Вот стая, это совсем другой клинок. Разозлил, делай ноги, пока живой. Я раз так нагорел, все барахло побросал, в одних штанах, считай, нет. Ну, а ты думал, они солчу свои, кирпичей бросаются. Как запузырил, угу-гу. Ну вообще, будет все люди. Бандиты тут обосновались недавно. Вот ты можешь по канату вниз дунуть. Берешь карабин, цепляешься и поехал. Чего им надо, хрен поймешь. На мост не лезут, в деревню тоже ждут чего-то. С ними лучше не связываться. Показалось.
Одна? Да вы что, какие антенны? Так, Артём, живо туда! И вообще, хватит клювами щелкать! Если натовцы при полном параде не маршируют, это не значит, что... Туристы... Конец связи! Артём, ты меня звал. Там было так хорошо. Но я тебя услышала. Ну и как бы я тебя одного...
Держись! Сейчас тут все накроется! Аня! Что с тобой? Аня! Черт! Хорошо, Артем нашел. Что это за место вообще? Видишь бочки? Химия какая-то. Склад, ну или как это, могильник. А майку, может, местные повесили, чтобы подальше держаться? Спасибо, дураться. Родной. Ладно, так. Ну что, Артем, хватаем и понесли? Еще чего. Я сама. Сама пойду. Отсижусь пару минуток и двину. Старику уже, наверное, крышу рвет. Представляешь, с его доченькой что-то приключилось. Пап, это я. У меня батарея в рации сдохла, промочила ее. А так все в норме. Артем и ребята тут. Сэм, это ты там? Спасибо, что помог найти Аму. Бери ее за шкирку и тащи сюда. Надо провести с ней душеспасительную беседу. А тут еще Степан гражданский набор тащит. С ума все посходили. Честно, беги лучше, помоги Степану отца моего уговорить. Это он прокатит нас. Артём, выручай. Старик уперся, не хочет брать Катю с малой. А она врач, да еще знает, где целёхенький вагон найти. Представляешь? Надо что-то делать. Мы пойдем назад, наверное. Привет, Артём. Сработать. Согласен. Добро пожаловать в экипаж. Ну? Спасибо, ладно. Не подведу. Сожру. Привет, Артём. Видишь, как все срослось? Артём, подойди. Садись. Артём, у нас появилась возможность перебраться через мост без штурма. По реке регулярно ходят караваны, мостовики с ними торгуют. Под видом торговцев мы скрытно проникаем к ним и опускаем секцию моста. По словам Кати, механизм в порядке. Сработаем быстро, и мостовики нас не остановят. А если попытаются, мы переправимся в любом случае, чтобы эти мракобесы там себе не думали. Хотят крови, получат. Остается только дождаться посудину торговцев. Товарищ полковник, ну как мы их тут-то бросим? Сожрут ведь. Степан, ты голову пробовал включать? Ты знаешь, куда мы едем? Знаешь, что по дороге будет? И куда Степа мы их в Авроре втиснем? На ящиках с углем спать? Ну мы-то ладно, по-спартански. Но женщину, да еще с девчонкой 6-летней, как тут разместить? Да я свой матрас отдам, а сам в кочегарке. А, отдохнешь на все сто, и на первом же дежурстве тебя сонного вражеский диверсант зарежет. Все равно, нельзя их оставлять. Так давайте достанем тот вагон, о котором Катя говорит. Ну не можем же мы ребенка тут бросить. Да и вообще, сколько можно в проходах валетом спать? Ай, ты явилась. Как? Как мы его достанем? Аврору я туда не погоню, тут и думать нечего. И не надо Аврору, у меня в терминале дрезина припрятана. Ей вагон тащить, что два пальца в асфальт. Сейчас мы с Артемом за ней смотаемся и пригоним. Христа не пущу, мы в четыре руки до утра с ремонтом проводимся. Один я вообще ничего не гарантирую. Ладно, черт с вами со всеми. Хватит из меня чудовище лепить. Если вагон добудете, возьмем гражданских на борт. Артем, займешься?
Но, Артём, заметим караван, бросай все. Прорваться через мост – основное, сам знаешь. И этот шанс я не упущу. Спасибо, папа. Так и быть, обещаю подумать о внуках. Держи, Артём, это от дрезины предохранитель. Без него не поедет. Машинка надежная, зуб даю. Мы с ней почти полмира, из конца в конец. Товару перевезли. Страшное дело. Из таких передряг меня вытащило. Артёмыч, раз уж ты один, получается, в терминал идешь, слушай. Путь не близкий. Что хочу сказать-то? Если по темноте отправишься, меньше шанс на бандюков напороться. Они тогда по нычкам своим греются. Но ночью тоже не того, не прогулка будет. И зверья много вылазит, и молнии там шаровые местами. Их святоши за демонов электрических держат. Так что ты покумекай сам, когда лучше выдвигаться. Артём, я в тот район князя в дозор отправил за мостом наблюдать. Связь там не важная, одни помехи. В общем, если встретишь его, получишь последние данные по окрестностям терминала. С Аней и Степаном сговорились, небось. Да я за этих двоих не меньше вашего переживаю. Просто не факт, что здешние святоши хуже того, что нас ждет впереди. А, ну ладно уж. Молодцы, что батю уломали. Да, Артём, как тебе моя мастерская? Наконец я все обустроил, как планировал. Нормальный верстак. И ящики под все инструменты и все остальное. Можешь тут оружие чистить и патроны набивать. Ну, в общем, как на любом верстаке, это понятно. А вот такой оружейки, как у меня, нигде нет. Как ты ствол какой найдешь, я образец раз и на полочку. А потом, если понадобится, выдам в лучшем виде. Чистенький, смазанный. Как новенький, в общем. Обвес потом сам установишь. Я из вас всех настоящих мастеров сделаю, так что учитесь оружейному делу настоящим образом.